Добрый вечер. Давайте подведем итоги этого дня. В студии Анна Москаленко. Вот главные темы. Губернатор Виктор Томенко посетил одно из ведущих предприятий региона по изготовлению сельскохозяйственного оборудования. Комплекс «Агро» в прошлом году заняло первое место в России по производству стационарных зерносушилок. Это более новый, более усовершенствованный станок. Столетний юбилей отметила одна из старейших аптек Заринского района. Это учреждение одно из немногих в регионе, где еще производят лекарства. Моя боль связана с тем, что очень многие сейчас уже не умеют вот этого делать, потому что все аптеки в основном перешли на готовые лекарственные формы. Жительница Барнаула Татьяна Титова почти 30 лет работает дворником. Этой весной получила благодарность губернатора Алтайского края за многолетний добросовестный труд. В мороз я собираю мусор. Снег ворошить холодно, все льдом схвачено. Губернатор Виктор Томенко посетил одно из ведущих предприятий региона по изготовлению сельскохозяйственного оборудования. Комплекс «Агро» в прошлом году заняло первое место в России по производству стационарных зерносушилок. Сегодня завод поставляет продукцию в 63 региона страны. На этих станках изготавливают детали для сельскохозяйственного оборудования. Предприятие «Комплекс «Агро» поставляет зерносушилки в 63 региона России. В условиях санкций завод наращивает объемы. Недавно закупили новые станки для изготовления деталей. Они увеличивают производимость в два раза. Вот это более новый, более усовершенствованный станок, чтобы было лучше настраивать, чтобы были детали более четкими. То есть и рез, чтобы со всех сторон они были красивы. Многие зарубежные компании ушли с рынка. Занять их нишу планируют местные производители. Такой политики придерживается руководство комплекса «Агро». Компания расширяет ассортимент. И планируем развивать на Алтайском крае тему безводного аммиака. На сегодняшний день это очень выгодно, скажем так, внесение удобрений. По себестоимости ДВ это 2,5 раза дешевле, чем традиционная селитра или КАС. И сейчас, опять же, думаем сделать станцию по обводнению. То есть мы сюда поставляем безводный аммиак, обводняем его здесь и через наши же прицепы будем носить, поскольку оно уже распространено и нет необходимости специальных агрегатов для его внесения. То есть мы можем в Алтайском крае в рамках той же суммы внести будем в 2 раза больше азотных удобрений, соответственно, получить в 2 раза больше урожая. Сегодня глава региона Виктор Томенко посетил завод и пообщался с рабочими. Губернатор отметил, развитие предприятия влияет на все сферы жизни Алтайского края. Именно предприятие сельхозмашиностроения у нас лучше всех, пожалуй, из других отраслей, в сравнении с другими отраслями, поработали по импортозамещению. То, что раньше было и ушло с рынка, сегодня наши предприятия закрывают. Это очень хорошо, в 2 раза по некоторым направлениям нарастили объемы производства. И в этой части, конечно, вам огромное спасибо за ваш труд, за ваш профессионализм, за эти результаты. Государство предлагает предпринимателям различные меры поддержки. Среди них льготные кредиты со ставками от 1 до 5%, компенсация 1/5 затрат на покупку нового оборудования и до 80% на подключение к инфраструктуре. Дарья Коншина, Дмитрий Козерлыга. Новости. Сегодня перекрыли движение на одном из участков региональных дорог. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции. Причина – размыв земляного полотна и дорожного покрытия. Так, с 10:30 проезд закрыт на участке Новичиха, Поломошная, Лобаниха, Клепичиха Новичихинского района до села Поломошная с 12 по 13 километр. В ведомстве сообщают, есть альтернативный проезд до поселка Петровский и села Лобаниха по автодороге К-20 Поспелиха, Новичиха, Волчиха через село Клепичиха. В госавтоинспекции попросили автомобилистов с пониманием отнестись к обстановке на дороге. А я продолжу. Аптеке «Фармация» Заринского района сегодня исполнилось 100 лет. Учреждение одно из 6 в Алтайском крае, где еще сохранилось производство лекарственных препаратов. Растворы, мази, порошки и другие медикаменты готовят провизоры в аптеке Заринского района «Фармация». Учреждению 100 лет. Сегодня в Алтайском крае сохранилось всего 6 аптек, где все еще занимаются производством лекарств. Клавдия Проскун – ветеран фармацевтической службы, в профессии почти 50 лет. В Заринской аптеке отработала 4 года. Так женщина вспоминает об изготовлении препаратов. А все готовили. И растворы. Для тогда очень мало было ампульной продукции. Вообще было мало.
В России было мало, не то, что в нашем крае или в нашем районе. И все это мы готовили. Все, и раствор димедрола, и натрий-бромистый, дибазол. Знаете, это было настоящее производство. И в те времена все аптеки. Вы знаете, 100 коек была ЦРБ Сорокинская на обеспечении. А приготовить для 100 коек, знаете, проблема была. Но производство было у нас налажено. Сегодня аптека номер 12 обеспечивает 15 ФАПов Заринского района, а также медучреждения Залесовского и Чирышского. Больницы закупают растворы, в частности глюкозу. Сейчас провизоры могут приготовить партию медикаментов по индивидуальным заказам до 100 штук. Больше, возможно, ресурсов достаточно, поделилась директор учреждения Елена Пугачева. Она в профессии 30 лет, из них 6 руководит фармацией. Елена гордится, что большинство специалистов аптеки именно провизоры. Моя боль связана с тем, что очень многие сейчас уже не умеют вот этого делать, потому что все в аптеке в основном перешли на готовые лекарственные формы. Очень мало производственных аптек. А вот именно умение сделать, когда ты садишься, ты замешиваешь порошок с той мыслью, да, чтобы помочь ребенку или там, ну, взрослому кому-то. Ты свою энергию посылаешь и делаешь этот порошочек настолько с любовью, или этот антигриппин, который мы делаем. И мне кажется, даже это помогает уже. Когда была пандемия, и не было перекиси, не было хлоргексидина. Вот да, мы были единственные в городе, в районе. На тот момент и в Барнауле не было, у нас заказывали это делать. Поэтому пригодились в нужный момент. В производстве препаратов сегодня задействованы 2 специалиста. Провизор-технолог и провизор-аналитик Ирина Зикуненко. В аптеке она 4 года. Работает в лаборатории, следит за качеством производимых препаратов. За 18 лет в профессии работала и фармацевтом в зале с покупателями. Работа фармацевта нужна и цена во все времена. Всегда люди болеют, всегда нужны лекарственные препараты. Меня привлекло в этой профессии, что у меня есть возможность помочь кому-то. А во-вторых, все логично, все должно быть чисто, аккуратно. Это меня всегда привлекало. Точно, внимательно и с заботой, по мнению фармацевтов, нужно подходить к делу. Поздравил специалистов Заринской аптеки с юбилеем министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Когда мы тоже обсуждаем, чем занимается провизор, чем занимается фармацевт, и очень приятно всегда от людей слышать, что они говорят, мы лечим людей. Мы не просто продаем лекарства, мы не просто их изготавливаем, а мы лечим людей. И это та миссия медицинского работника, которую он принял на себя, когда стал поступать или в колледж, или техникум, или в вуз. Это лечение и помощь людям. И вот столетний результат, я думаю, это тысячи и тысячи сохраненных, спасенных жизней. Фармацевты, провизоры надеются, они смогут помочь еще большему количеству людей и верят, что спрос на их препараты увеличится. Тогда аптека номер 12 начнет массовое изготовление медикаментов. Алина Пенигина, Алексей Михайлов. Новости. 2 апреля во всем мире отметят день распространения информации об аутизме. В нашем регионе маленьким пациентам с подобным расстройством помогают в Алтайском краевом психоневрологическом диспансере для детей. О симптомах этого заболевания, а также о лечении в нашем сюжете. Маленькому Грише 5 лет, однако он до сих пор не разговаривает и сложно идет на контакт с другими людьми. Иногда спокойный, бывает гиперактивным. Его мама, Наталья Вяткина, жительница Тальменского района, рассказывает, Гришу с 2-летнего возраста наблюдают специалисты краевого психоневрологического диспансера. Ребенок регулярно проходит реабилитацию. А неделю назад они начали проходить курс лечения в стационаре при учреждении. Наталья говорит, результат уже есть. Мне очень нравится, я смотрю на ребенка, я прям радуюсь. Тем более у нас только начало, мы тут неделю отлежали, но у нас как уколы, все вот это делают, процедуры все, и я прям довольна. Мне прям нравится, и мне охота еще дальше, больше я представляю, как это будет. Смотря на ребенка, как у него все это получается, что-то новое, очень довольна, правда.
Как рассказывают специалисты диспансера, чаще всего родители детей с синдромом аутизма обращаются, когда ребенку исполняется 3 года. Среди первых признаков заболевания – неразвитая речь, отсутствие зрительного контакта, беспокойный сон и боязнь громких звуков. Также такие дети могут не отзываться на свое имя. Педиатры всех детских поликлиник проводят опросы среди родителей. Они предлагают заполнить анкеты, по которым можно заподозрить расстройство аутистического спектра. Если такие признаки выявляют, отправляют ребенка на обследование. Чаще всего в краевой психоневрологический диспансер для детей. Здесь используют разные диагностические методики, например, электроэнцефалографию. Мы смотрим детям от года до подросткового периода всевозможные патологии, дисфункции, эпилептическую активность, зрелость коры головного мозга. В дневном и круглосуточном стационарах детям оказывают комплексную помощь. Помимо медикаментозного лечения, пациенты получают консультации психолога, логопеда и психотерапевта. Им назначают физиопроцедуры, массаж и рефлексотерапию. Наша цель и задача – это успешно контролировать состояние этих пациентов, как можно более успешно контролировать. Мы добиваемся, в первую очередь, конечно же, их социализации в обществе. То есть они должны получать образование, профессию, в дальнейшем в жизни уметь работать, зарабатывать какие-то средства для своего существования. То есть желательно, чтобы такой человек завел себе семью по мере возможности. Ну и там. Сейчас в Алтайском крае почти 500 детей с диагнозом аутизм. Их проблемой занимаются медицинские и образовательные организации, а также органы социальной защиты. Детей с этим заболеванием наблюдают в специализированных диспансерах Бийска, Рубцовска и Камня-на-Оби. Алтайский краевой психоневрологический диспансер оказывает помощь детям со всего региона. Медики уверяют, при плодотворном сотрудничестве пациента, родителя и врача можно достичь высоких результатов и успешно адаптировать ребенка к жизни в обществе. Юлия Шламова, Дмитрий Козерлыга, новости. Ее работа – делать город чище. Жительница Барнаула Татьяна Титова уже 29 лет работает дворником. Этой весной получила благодарность губернатора Алтайского края за многолетний добросовестный труд. Татьяна пришла в эту профессию в 24 года. Почему осталась, узнала Анастасия Меньшакова. В мороз я собираю мусор. Снег ворошить холодно, все льдом схвачено. С наступлением весны мусор, как подснежники, пробивается к солнцу через сугробы. Сегодня у барнаульского дворника Татьяны Титовой по плану сорвать эти цветы на территории вокруг 5 домов, во дворах между ними. А когда станет потеплее, можно и снег ворошить, чтобы быстрее таял. Зимой, если рано, то приходится и утром, и вечером выходить снег убирать. Весной вот все вот это вот вытаивает, вся грязь. А осенью, осенью много листвы. Летом начинается покос травы. Тоже плантации большие, косить много. Ну а так, скорее всего, летом, что попроще. Татьяна уже 29 лет заботится о чистоте на своем участке. Этой весной ей вручили благодарность губернатора Алтайского края за многолетний добросовестный труд. Вообще Татьяна по профессии портной. 4 года отработала в ателье. Но в 90-х у нее случился декрет. И женщина пошла другой дорогой. Жили с родителями. Жилья своего не было. И мне звонит подруга и говорит: я вот дворником устроилась. Мне обещали дать служебное жилье. Я подумала, почему я не могу идти дворником работать. Ну, так я и оказалась. По профессии Татьяна не работает, но руки помнят. Иногда она достает старенькую швейную машинку, которую много лет назад подарили родители, и приступает к делу. Выкройки находит в журнале. Дети, бывает, вот что-нибудь увидели: о, мам, сшей мне вот это вот платье. Или сама что-то захотелось, что-то новое, что-то интересное. У Татьяны 2 дочери. 30-летняя Анастасия и 26-летняя Ирина. Младшая – артистка ансамбля русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого. Татьяна не пропускает ни одну постановку, ни один концерт с участием своего ребенка. Еще успевает и огородом заниматься между работой и концертами. Признается, работая, отдыхает. У меня есть дача. Очень люблю свою дачу. Вот уже начала выращивать помидоры. Нравится, когда они растут, когда начинают уже цвести, плодоносить. Для меня это удовольствие. Работа дворником тоже приносит женщине удовольствие. Во-первых, постоянная физическая нагрузка держит в тонусе. Во-вторых, Татьяна очень любит гулять. Мне что нравится в своей работе, наверное, то, что на свежем воздухе. Мне нравится утром выходить на улицу. Так хорошо. Вот этот момент мне больше всего, наверное, нравится.
что в движении, что я не сижу на месте. Но, как и в любой профессии, бывают неприятные моменты. Татьяна принимает все близко к сердцу, женщина отмечает. Относится к работе ответственно. Сама живет в одном из домов на своем участке. И когда прохожие редко, но обвиняют в том, что она плохо работает, расстраивается, но радуется, что добрых и благодарных людей больше. Сложнее всего было в самом начале. Самое сложное было для меня пойти идти дворником, что люди на меня смотрят. Я была молодой девочкой, еще 24 года. И для меня было сложно вот первое время выходить. Как люди будут к этому относиться? А так помаленьку втягивалась. Работа дворника – труд незаметный, но важный. Без него населенные пункты утонут в мусоре. Больше всего отходов, по словам Татьяны, скапливается рядом с жилыми домами. Горожане просто выкидывают мусор из окон. А наша героиня ежедневно, несмотря на погоду, уже 29 лет, выходит на работу, чтобы сделать город чище. Анастасия Меньшакова, Роман Хайрулин. Новости. Сегодня на 87-м году жизни скончался один из первых кинолюбителей Алтайского края Альфред Поздняков, сообщают в Алтайском краевом колледже культуры и искусств, где он преподавал больше 30 лет. Он был одним из основателей кафедры фото-видеотворчества. Многие операторы краевых телеканалов – его студенты. Также Альфред Арьевич известен как музыкант и этнограф. Играл в джазовом оркестре Краевой филармонии, работал в Краеведческом музее, получил звание заслуженный работник культуры Российской Федерации, стал лауреатом муниципальной премии за большое развитие в области культуры и искусства. Прощание с кинодеятелем пройдет 2 апреля по адресу улица Аносова, 8. Около 1 000 000 рублей пожертвуют в Барнауле на нужды СВО. В краевой столице прошел масштабный благотворительный концерт «Нас учили быть птицами», на котором и собрали эту сумму. Во Дворце культуры моторостроителей выступили участники шоу на федеральных каналах, призеры международных конкурсов, а также творческие коллективы Барнаула. Среди звезд концерта – исполнители Дарья Колесникова и Добрыня Кириенко. Концерт в поддержку алтайских военнослужащих организовали сотрудники Дворца культуры моторостроителей вместе с участниками проекта «Ладонь добра». Увидеть выступление артистов и помочь алтайским солдатам сегодня пришли больше 1 000 барнаульцев. Особенность конкретно этого благотворительного концерта в том, что мы хотим стать ближе к героям нашего времени. То есть на этом концерте очень много приглашенных семей военнослужащих. И непосредственно даже ветеранов уже, как сказать, специальной военной операции. И есть даже ребята, которые сейчас просто пришли в отпуск. Они тоже сегодня будут у нас на концерте. И для нас это просто большое счастье. Спасибо, что были с нами. У меня на этом все. Я желаю вам хорошего вечера и отличных выходных.